Я несколько волнуюсь, и я не знаю даже, что первым действительно сложно выступать. Мы почти первые, поэтому мы начнем с того, что нам нравится. Ну, чтобы чуть-чуть разогнаться. Может быть, будет немножечко резко, но потом будет плавно. Зачем ты здесь появился? Кто-то удачно забил гол, и ты внезапно родился. И может, ты не так хорош, как хотелось старой маме. Может, ты не так похож на отца, как соседский парень. Но это все легко исправить. Выйди в окно и лети, и пускай санитары тебя не травят тем, что тебя можно спасти. Если ты не хочешь жить, то тогда умирай. Если хочешь быть один, то тогда будь один. Thank you.
вот это уже по теме. Христос пострадал за всех нас, от Христа пострадали Магометан, Ленин страдал за рабочий класс. Религия вечна, как маятник силы, сознание качает из века в век. Кем-то мы будем, кем-то мы были, но в центре всегда человека. Бог — это просто то, во что верят, сознанием воли и силой ума. Бог — это когда мир делят, есть он, есть я, есть оно. Есть она, есть она. Либидо спасет мир, Мартина разрушит. Широкий замок, береговый синяц. Связь отвергает привязанность души. Как родник наших собери сел, страдали. Так же, как страдают люди, если слишком хорошо. Это грех, ты не прав, связь. Судят наказание, стыд за успех. Быть лучше плохо, одному быть страшно. Если хочешь быть с нами, будь одним из нас. Забудь свое эго, все это не важно. Теперь ты новый просветленный класс. А Бог — это просто то, во что верит сознанием воли и силой ума. Бог — это когда мир делят. Есть он, есть я, есть оно, есть она. Если кто знает это место, вы сразу все поймете. Если не знает, это с Болида Хиппи. Вот я там живу с гамаком уже месяц. Ну, то есть гамак, в принципе, гитара, все хватает. Больше ничего не нужно. Ну так, можно еще в шлепках иногда походить, когда слишком горячо. А одежда там не в цене, денег там тоже нет. Вот, и мы там познакомились. Типа я гитарист, барабанщик. Мы поиграли немножко вместе в соседних городах. И вот. И песенки, собственно, тоже там же появились. Вот, а теперь собираем совсем в тему, раз мы такие все религиозные. Каждый день рано с утра я читаю молитву, чтоб продолжалась война. Есть
слыши разум, и ничего не изменить. Мы ему только снимся, и мы все чего-то сделаем, и чего-то боимся. Мы так красиво ложимся, мы горим святым огнем, мы даже не дымимся. И мы больнее друг друга бьем, надеясь заслужить радость. Но в награду за силу мы получаем усталость. И тогда по вечерам мы читаем молитву, чтоб завтра утром снова найти смысл в этой битве. И мы все чего-то ждем, и мы чего-то боимся. Тема намасте, да? Это был Тимофей Ляпин. Еще раз его поддерживаю. Это было здорово.